Всем привет, с вами Настя. Давайте узнаем самые интересные новости. Самое грустное место в России – это лужа в Петербурге. Там за сутки застряло сразу несколько машин. Водоем искусственного происхождения отличают такие размеры, что его уже прозвали настоящим кладбищем технических деталей. Уплывают номера, бамперы и части подвески. Глубина варьируется от 40 до 50 сантиметров. Разве что на тракторе проедешь. Машины не успевают оттуда забирать, все вязнет в грязи. Причем ведут водители в эту точку навигаторы. По их мнению, там идеальное место для парковки. Да, куда уж еще лучше. ЗОЖ убивает. В Китае мужчина из провинции Хэнань на протяжении 20 лет ходил в качалку, ежедневно выполнял неслабую программу. Он делал десятки подтягиваний, сотни отжиманий и по 800 приседаний. Теперь атлета сразил жесточайший артрит. Это заболевание поражает суставы и возникает в том числе из-за нагрузки на суставы. Видимо, спортсмен переусердствовал с тем, чтобы стать ванпанчменом, и теперь борется не с грушей, а со своим же телом. В сибирской мерзлоте нашли доисторическую инфекцию. Она оказалась заразной. Группа ученых из Франции, России и Германии покопались в желудке шерстистого мамонта и нашли новый зомби-вирус. Он долго ждал своих освободителей, но тысячи лет вечной мерзлоте того стоили. После разморозки вирусы внезапно ожили и даже оказались способны убивать. Вирус напал на амебу и погубил ее. Конечно, молодцы, что нашли, а теперь положите обратно. Знакомьтесь, это Джордж. Он прославился благодаря телешоу «Bargain Hunt». Если вы подумали, что это новая поп-звезда, то нет. Это кукла, которую принесли в студию. Женщина рассказала, что не детскую игрушку создали в память о скончавшемся мужчине, так что модель получила волосы усопшего и его стеклянный глаз. Но очень скоро хозяева куклы стали замечать, что у них по необъяснимым причинам портится самочувствие, особенно когда кукла рядом. Джорджа осмотрели несколько медиумов, которые единогласно заявили: покойник с того света высказывает недовольство, ведь он хочет получить свои волосы и глаз обратно. Похоже, что сотрудникам и посетителям музея Джордж не портит жизнь. А вот рейтинги шоу в тот день пострадали из-за зловещей игрушки. Немало зрителей признались, что кукла показалась им такой страшной, что они выключили телевизоры. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Пока!